12-я школа города Каспийска уже второй год присоединяется к просветительской акции «Географический диктант», который проходит с целью популяризации этих знаний и повышения интереса к географии России. География – это такая область, такая наука, которая развивает пространственное мышление детей подрастающего поколения, учитывая то, что наша страна, она огромная, она богатая. Знать эти особенности каждый обязан. В 2015 году на первом географическом диктанте в стране собралось свыше 188 тысяч человек. На данный момент этот показатель растет из года в год. Директор школы номер 12 Хайрулла Мурзаев поделился подробностями акции. Напоминаю, что принять участие в международной акции «Географический диктант» может принять каждый, от млада до старче. И любой горожанин или гости нашего города могут подключиться. Для этого есть возможность подать как в очной форме заявку, так и, в принципе, на удаленке через электронную почту. Сдается документ, формируются списки, и 19 ноября будем рады видеть каждого участника географического диктанта. Отметим, что географический диктант будет проходить анонимно.